домой. Я не уйду. Все равно она узнает. Шило в мешке не утаишь. Анхелита, давай оставим пока закуску здесь. Вынесем, когда придут гости. Хорошо, Донья. Мама, так сойдет? Да просто красота, дорогая. Я вынесу их на улицу. Хорошо, дорогая, выноси. Донья, я поставил бутылки в холодильник. Спасибо, спасибо, Рамирес. Что-нибудь еще? Чего еще не хватает? Даже не знаю. Рамирес, подойди сюда. Что-то лампа не горит. Сейчас посмотрим. Что-то ты рановато, девочка. А где жених с невестой? У себя каждый в своей комнате одеваются. Нина, дорогая, ты хотела помочь Россию одеться и украсить волосы. Да, бегу. Да-да. Анхелита, позаботься, пожалуйста, чтобы никто ничего не ел заранее. Не волнуйтесь, Донья. Ты не хочешь помочь? С таким-то животом? Живот, живот. Вечно ты им прикрываешься. Ты же знаешь, что мне нехорошо. Если бы мне не хотелось попробовать торт, я бы уже спала. Готово. Дон Руденсио, скажите, а вина будет достаточно? Что? У нас более чем достаточно вина. Но никто не посмеет напиться. Нам нужен мирный вечер. Разумеется. Давайте выйдем во двор. Идемте, идемте. На улицу. Рамирес, отнеси стремянку на место. Как все красиво! Танцы уже начинаются? Здравствуйте, сеньора. Привет. Привет, дочка. Праздник еще не начался? Нет, но скоро начнется. А где невеста? Выглядишь бесподобно. Гости будут поражены. Для меня самое главное поразить Лало. Да, понимаю. О существовании других мужчин не может быть и речи. Осторожно, а то все поймут, что ты влюблена. Нет, Россио, ты не умеешь притворяться. Теперь осталось только надеть платье. Оно такое красивое. Такое красивое. Одеяние невесты — это чудо. Белое свадебное платье. И фата такая легкая. Как облако. Или мечта. И цветы. Как все красиво. Но самое замечательное — тот свет, которым лучатся твои глаза. Скоро наступит твой черед. Нет, я не выйду замуж, Россио. Почему, глупышка? Никто не полюбит меня, ведь я хромая. Проходите, проходите. Спасибо, благодарю. Хотите выпить? Да, что-нибудь легкое. У меня припрятана особая бутылочка, Рамирес. Сеньор Рубен, здравствуйте. Как дела, сеньора? Отлично, я так радуюсь. Минуточку, я сейчас сообщу Нине. Не уходите. Хорошо. Ну вот. Спасибо. Крепковато, но вкусно. А Мария Эмилия приехала? Нет еще. Нина, приехал твой босс. Рубен? Да, дорогая. Иди, займись им. Если Пеппа или кто-то из его родни прицепится к нему, будет очень неудобно. Он такой утонченный, деликатный. Я должна помочь Россию одеться. Ступай, Нина, я помогу. А ты сможешь? Ничего сложного тут нет. Да, Нина, мы справимся. Ступай, девочка моя, ступай. Свадьба — это здорово. Как бы мне хотелось выйти замуж. Пусть не в таком шикарном платье, а в ситцевом.
с тюлевой фатой на голове и с цветами. Нет. Нет. Это все равно, что мечтать о рае. Клянусь, я убью Мигелона. Сеньор Рубен, я вам так благодарна за все, что вы сделали для Нины. Не стоит, сеньора. Это я благодарен Нине, что она вернулась на работу. Она действительно нужна мне. Правда? Да, она стала для меня незаменимой. Сеньор Рубен. Разве не так? Прошу прощения, мне нужно проверить, все ли в порядке. Сами понимаете, столько хлопот. Чувствуйте себя как дома. Непременно. Извините. Я тоже пойду проверю, не хочет ли кто-нибудь выпить. Прошу прощения. Я очень рада, что вы приняли приглашение. Не хочу тебе лгать, Нина. Я думал, мне не следует приходить, но... Пришел. Ты сегодня такая красивая. Это мое единственное элегантное платье. Где ты его взяла? Сама шила. Следовало догадаться. В нем чувствуется твой вкус. Прибыли новые гости. И Мария, и Эмилия. Ты должна пойти на свадьбу моей сестры. И терпеть эту девицу? Слушай, у нее свои дела, а у меня свои. Ты продолжаешь с ней встречаться, Мигелон. Не изображай невинность. Она хотела что-то сказать, но ты заткнул ей рот. Почему? Откуда мне знать? Нет, ты должен знать. Клянусь, я не знаю. Наверняка какая-нибудь очередная глупость. Не хочешь поблагодарить меня, что я не дал тебя в обиду? Я отнесу подарок, поздравлю молодых и вернусь. Нет, оставайся на свадьбе и нас. Лорита, я не оставлю тебя. Не беспокойся, все будет хорошо. Лучше последи за этим типом. Иди, Мигелон. Но предупреждаю, я все о тебе узнаю. Так что веди себя как следует. Мне не нужна сиделка. Это уже слишком. Надоело. Привет, мамуля. Проходите, да благословит тебя Господь, сынок. Это жениху с невестой. Большое спасибо, прошу прощения. Смотрите, кто пришел. Здравствуйте, дон Руденсио. Проходите. Вы, как всегда, необыкновенно элегантны. А как я выгляжу? Ведь вы меня еще не видели в костюме. Видела на похоронах доньи Хосефины. Но сегодня вы еще элегантнее. Спасибо за комплимент. Знаете, я купил отличного сладкого вина. Специально для вас. Идемте, я вас угощу. Я буду теперь встречать тебя на всех семейных праздниках. На днях рождениях, на свадьбах. Я пришел к Нине. А не за тем, чтобы повидать Лауриту. Я знаю, что у вас серьезные отношения. Мигелон, дорогой, ты здесь. Я была вынуждена напомнить этой девице, что я твоя женщина, слышишь? Она должна знать, почему. Мерседес, прекрати эти глупости, ясно?
Какой ты элегантный. Не похож на водителя грузовика. Послушайте, послушайте. Прошу минуточку внимания. Невеста уже готова. Но она не выйдет, пока жених здесь. Такова традиция.